Двух жительниц Кинешмы уже несколько дней ищут родные и полиция. 1 июня студентки медицинского колледжа отправились на учебу. С тех пор их никто не видел. Фотографии пропавших вы видите на экране. Дидора Одинаева, 98-го года рождения, была одета в белую куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Девушка среднего телосложения, рост около 150 сантиметров, темные волосы до плеч. Другая пропавшая, Дилноза Гулова, 2000 года рождения, ушла из дома в белой футболке с длинным рукавом, синих джинсах и черной бейсболке. Длинные темные волосы, рост около 140 сантиметров, на вид 17 лет. Особых примет не имеет. Всех, кто располагает информацией о местонахождении студенток, просим позвонить по телефонам, указанным на экране.